Я не знаю, это белки. Но я руку протянул, и она сразу села на ладонь, злодейка. У них вид какой-то потрепанный у всех, когда они линяют. Солнце. Давай ты сядешь. Сядешь сюда. Давай сюда. А я буду тебя гладить за это. Злодей какой, а? Издалека бежал. Я, говорит, издалека, блин, бежал. Оттуда, откуда-то. Причем прямой дорогой. Тут белки постоянно подбегают ко мне, но им... Но им нужны фундук. Фундук нужен. Есть они не хотят почему-то. А этот говорит, давай, говорит, я перекусю, говорит, чуть-чуть. Солнце, ты гладиться даешь. Какой ты молодец. Это мальчик у нас. Я, говорит, мальчик у вас. Даю гладиться, говорит. Проголодался. Я всем белкам традиционно предлагаю. Грибочки предлагаю всем белкам. Смотри, какая вещь. Вещь, говорит, хорошая, говорит, но не калорийная. Я вчера уходил, оставил тут в банке огурчики, морковку, и все подъели вообще, почистую. Морковка вон лежит, она кусочек остался. Подъели и морковку подъели. И огурчики. Только на камеру они не хотят это делать. Мы, говорит, тайком все будем есть. Я отсюда уходил уже. Надо в другие места идти класть. Я кормушки наполнил. И ту тоже. Ту я не полностью наполняю, потому что голуби очень любят из нее есть. Злодей какой. Ты как к орешкам относишься? К орешкам, говорит, я никак не отношусь, говорит. Зяблики. А зяблики любят орешки, да. Я вот про этого зяблика говорю. Злодейского. Злодейский зяблик. Ну-ка. А раньше зяблики были не такие шустрые. Они что-то медленно все соображали. А сейчас... Голуби научили их быть более шустрыми. Солнце. Да, я тебя погладь. Ну, погладь, говорит, чуть-чуть. Говорит, можно, говорит, чуть-чуть-то. Проголодался. Это я к тому, что он издалека прибежал, и мне сейчас нужно как раз идти туда, где... Откуда он прибежал? В ту сторону. Надо кормушки, там пустые кормушки, скорее всего. Я тут за белкой смотрю, которая похожа на балерину, но это, скорее всего, не она. Она как-то странно себя ведет. Я вам про ту белку. Что это за белка такая?
Похоже, похоже на копию. Да ладно, но она была, она же была только что здесь. Иди сюда! Это копия. Она была здесь, чуть-чуть поела и убежала. А сейчас решила вернуться, что ли? Копия, иди сюда! Копия, иди сюда! Копия, иди сюда! Солнце, давай покормлю тебя еще раз. Давай покормлю тебя. Копия, давай, иди сюда. Копия, иди сюда. Попить пришла, попить. Копия, давай я покормлю тебя еще. Молодец какая. Тяжеленькая она, хорошая. Нет, дело в том, что она была здесь уже. Я кормил уже. Она сидела на кормушке у меня вон там. И ела орешки. Потом что-то сорвалась и убежала. Она тяжеленькая, очень тяжеленькая, хорошая. В форме себя держит, молодец. Очень хорошенькая. Может, ты сядешь на рюкзак, солнце. Она сейчас может убежать. Могу, говорит, убежать, говорит, сейчас. Могу убежать. Копия. Копия, давай. Копия, иди сюда. Вот злодейка. Я, говорит, сейчас пойду. Ну и что? И что это? Опять пьет воду. Ну что? Что такое? Иди сюда, Купи! Купи, иди сюда. Давай покормлю тебя. Нет, говорит. Солнце. Солнце, стой! Купи! Купи! Возьми орешек хотя бы. Возьми орешек. Орешек возьми на дорожку. Слышь? Возьму, говорит, орешек на дорожку. Я не понимаю ее. Она же есть хочет. Она хочет есть. Вот она, говорит, я сижу. Сижу, говорит. Ем. Ну ладно. Она сейчас убежит. Голубь тоже не может такого терпеть, чтобы кто-то ел чего-то. Там просто человек идет. Человек идет. Ну ладно. Все.